чтобы на той стороне сидели вот эти великие комментаторы и кнопочные герои, которые там расписывают. О, Аллах, спасите нашу молодежь. Чтобы каждого из них поднимать и спрашивать с него, а там с ними должен сидеть отец, мать и остальные. И прокурор должен их действиям дать оценку. Куда в следующий раз этот кнопочный герой пойдет по этапу? За то, что он вводит людей в заблуждение. Яркий пример это было задержание на границе некого Картоева. Ничего не знают. Нет, похитили, украли, повесили, расстреляли. И все верят слухам.